Начинаем концерт молодежного белорусско-российского симфонического оркестра. Идея создания коллектива принадлежит постоянному комитету союзного государства. Идея создания возникла в результате огромнейших успехов проведения мастер-классов среди одаренных детей. Мастер-классы происходили под девизом «Союзное государство молодым талантам 21 века». Коллектив был создан в 2008 году, и вот уже очень скоро он отметит свой 10-летний юбилей. В 2017 году коллектив предстал в новом формате. Теперь его основу составляют студенты ведущих музыкальных вузов союзного государства. Это студенты Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского и студенты Белорусской государственной академии музыки. Создание подобного оркестра – это прекрасный пример культурного диалога, который сближает людей и приобщает их к мировой музыкальной сокровищнице. Можно даже сказать, что молодые музыканты путем своего творчества строят настоящие мосты мира. Тем более, что коллектив активно гастролирует в России, Беларуси, за рубежом. Выступал на лучших концертных площадках Лондона, Берлина, Праги, Флоренции и других городов мира. В первом отделении концерта прозвучат произведения представителей современной музыкальной культуры Беларуси. Хореографические новеллы патриарха белорусской композиторской школы Евгения Глебова и сюита из балета «Князь Витовт» лауреата Государственной премии Республики Беларусь профессора Вячеслава Кузнецова. Дирижирует оркестром Андрей Иванов, дирижер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Преподаватель кафедры оперной подготовки Белорусской государственной академии музыки, художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Белорусской государственной академии музыки. Итак, Евгений Глебов, 6 хореографических новелл. Хиросима, блюз, фронт, мушкетеры, испанский танец, сувениры.
We'll be right back.
балета «Князь Витовт». Дирижер Андрей Иванов. Thank you.